А я натурально приветствую вас. Мы продолжаем проходить игру «Корсары. Город потерянных кораблей». И сейчас я затарился золотом. Повыгоднее бы его продать. Значит, открываем журнал торговли и смотрим, где мы можем выгодно продать золото. Белис. Пуэрто Принсипе. Кумана Сантьяго. Сантьяго. Пуэрто Принсипе. Цена продажи. Цена покупки 681. 697. Сантьяго. Так. Полагаю, что следует держать путь. На Сантьяго. Корабли на прикопе. Извините, но я спешу по делам. Так, до свидания. Сейчас мы быстренько так, лодка. Вижу импел. Да. Берем. Так, только где он? Ничего не видно. Не вижу ничего. Так, компаньон. Ну, компаньона. Корабельные способности. Thank you.
Ладно. Не видно этого человека, который потерпел крушение. Тем не менее. Сейчас мы сходим на Пуэрто Принсипе. Вот такая вот непривычная формулировка. На кораблях ходят, вот идут по морю, как Иисус. Так, я надеюсь, что сейчас день, и днем будет заметнее. Вот днем значительно лучше обзорность. У нас попутчики, Кэп. Так. Какой-то Донис. Донио. Вот. Вот такой он. Пленник, пленник. Ох, мы набрали пленников. Славный малый, пройдоха. И человек чести. 30 уровень. Негодяй. Кровавый убийца. Так. Не отвлекаемся. И я за кадром захватил тяжелый галеон. Ой, бочка, бочка. В бочке могут быть ценные артефакты. Так, приказываем спустить паруса. Потому что если бочку возьмет компаньон, бочка пропадет. Я надеюсь, что это не пороховой заряд. Фух. Ох. А вот и церемониальный сосуд. Авторитет плюс 20. Ну, то есть мы можем этот сосуд вручить компаньону. Добыча. Если вы видите обломки вокруг бочки, то скорее всего этот что-то целое, ну как бы больше шансов. Если вы видите одинокую бочку без всяких товаров, плавающих вокруг. У нас попутчики, Кэп. Похоже, что это фрегат. Отлично. Гад. Так, отлично, отлично. Этому команду ему плыть. Левый
Левый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Правый борт готов. Левый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Теперь берем на абордаж. Левый борт готов к залпу. Кошки к борту. Пленных не брать! Пленных не брать. Спасибо, вот наш абордажник дал два залпа по нам. Своего валюного. Ну, нам-то это урона никакого не нанесло. Ну и тем не менее и врагу он никакого урона не нанес. И вот эти вот дерганья. Они. Перебивают наш удар, ну то есть как перебивают, прерывают, я бы выразился правильнее так. Когда мы наносим удар, и в момент, если в этот момент по нам гасит наш абордажник, нам это урона не наносит, но наша атака прерывается. Что тоже невыгодно. Вот вам пример, что в руках глупца даже самое эффективное оружие будет бесполезным. Так. Обыскиваем. Исчезающие трупы. Прямо мечта для Чикатило. Это вручаем все абордажнику. Так, вот. Так, тут может быть. Это может быть. Выставая, соответственно, ситуация, где нам. Какого дьявола? Вы потопили наше судно! Ага, нужно убить его. Нож нет, только через бой труп. Как вам будет угодно. И вот, тут важно не обыскивать труп. Чтобы отвести вас к жиге. Неужели это не сон? Уверяю вас, это не сон. Ну что же, дело сделано. Теперь уходим отсюда. Вот. И тут важно успеть обыскать сундуки. Хопа. Очень даже неплохие показатели корпуса.
Так, так, так. Пробуем назначить капитана. Абордажник. Вот абордажник временно станет капитаном. Так, сохраняем наш прогресс. Продолжаем. И в журнале мы можем посмотреть. Горожанка Портобелло. Вот. Так, а нужно ли нам обновить лицензии? Какие лицензии у нас есть? Так, сокровищ карта у нас. Я думаю, что стоит купить испанскую лицензию. Как раз мы это сделаем в Пуэрто Принсипе. Сразу поднимаем голландский флаг. Испанцы распознали в нас врага. Так. Это происходит какие-то. Желаете стать уважаемым гражданином? Могу устроить и весьма недорого. Есть ли у вас торговые лицензии? Испания на 30 дней. 120 тысяч. Меня устраивает. Спасибо. Какая честь видеть вас в моем заведении. Так, до утра. Остановились до утра. Собираем все полезное. И теперь в магазин. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Ла-Вега. Так. Лучшие товары за сущие гроши. Так, интересно. Очень интересно. Золото. За какую цену здесь 662.
Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан. Так. Алмазы, изумруды, это нам пригодится. Вот кольца продаем. Камеи продаем тоже, вот жемчужины. Все это можно. О, серебряные слитки пригодятся. Так. Трамбон. Так, плюс 30 ремонт. Так, и теперь поднимаем дружественный Испании флаг. Сантьяго. Так, там цена была 660, ну вот 660 с чем-то. Стой, собака! Не дотягивала до 670 за одну единицу золота. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Так. А тут почти 800. 700, точнее. Ну, не намного, но если мы продаем 662, а тут 697. Но если мы продаем большую партию, то разница будет ощутимая. Так. Продано. Закупаемся досками. Чтобы он мог ремонтироваться. Так, так, так. Провиант, лекарства, парусина. Шелк. Шелк нужно продать. И здесь мы золото продаем. И у нас больше 2 миллионов. Таким образом. Так, корабли. Вот, мы продадим этот галеон тяжелый. 32 маневренность. Он мне достался уже вот
улучшенным. Так. Угу. Так. Вот табак, что еще? Хлопок, кожа. Лучшие товары за сущие гроши. Табак здесь контрабандный товар. И хлопок тоже. Вот как назло. Кожа. Корица. Так, это мы перегрузим все. Это так, и теперь на верфь. Есть у него ремонт, починка точнее. Гектор Барбоса. Да, у Гектора есть способность. Ну что у вас ко мне, капитан? Давай, Гектор. Отлично.
Давай. Сейчас мы смотрим, значит, сколько у него. Теперь нам нужно снять орудие. Венджере у нас вот решить, надо продавать его или нет. 3.69, скорость низковата. Так. Тоже сильно. Еще можно перегрузить 6 человек перемещением команды. Так, команда 19.48. Ладно, я пока что не решил. Оставлю. Наверх. Вот тут он к нам спиной всегда сидит, поэтому мы можем пошарить в таких сундуках. Вот если верфь такого типа. Моя верфь в вашем распоряжении, капитан. Так. Доверьте нам судно и ни о чем не беспокойтесь. Так.
24 фунта, пушки 24 фунтовки, кулеврины 20, сколько, 24 фунта, тоже продадим. Так, вот 32 фунта купим. Моя верфь в вашем распоряжении, капитан. Тут нужно сохранить перед продажей. Деньги забрать компаньон себе, если это первый корабль. Добавлено 91 тысяча, ну и отлично. Платили долги. Низко. Поднимаем. Думаю, что и Адвенджер мы тоже продадим, скорее всего. Хотя у него показатели корпуса крепкие. Преданная, преданная, плохая. Вот его и назначим. Так, предметы. Что тут у Барбоссы? Человек чести. Вот.
человека чести. Мы и оставим. Зовут его Фрамилья. Господи, вот это имена. Фрамилья. Капитан, к сожалению, у меня не всегда будет для вас ответственная работа. Значит, вот вы не единственный, кому я могу доверить ее выполнение. Не отчаивайтесь. Заходите почаще, я очень ценю мужественных и находчивых людей. Наслышан о вашей храбрости, капитан. В нашем городе вы всегда желанный гость. Не упускайте случая заглянуть в городскую таверну. Таких квалифицированных матросов и опытных помощников вы не найдете более нигде. Сантьяго. Я жду ваш отчет о выполнении задания. Подожди, подожди. Так. И губернатор Сантьяго Хосе Санчо Хименес поручил мне пробраться в Пастер, разыскать там местного владельца магазина. В Пастер. За 45 дней. Случайно нажал реплику и взял задание. Так, вот тут вот в инквизиции мы взяли тотем или нет? Вам что, заняться нечем? Да, мы брали тут тотем. Попробуем, может быть, у него... Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан.
отказываемся от задания, и нужный нам торговец выдаст квест по поиску порошка мумии. Так. Я думаю, что я улучшу вот этот вот корабль. А этот продам. Хотя, может быть, просто его... ставлю в управление. Так, на корабле Марина. Осталось запасов на 2 дня. Нет, мы поделимся. Каракасе чертежи нового флейта. Так. Сейчас нам надо быстро. Просто. Пишу импел! Фрегат Кровавый пир. Пишу импел! Так. Шлюпки на воду! Шлюпки на воду. Поговорим с капитаном. И новостей у меня нет. Ну ладно, бывает, дружище. Так. Нужно брать корабль на абордаж. Так. Этому командуем уплыть. Разворачиваемся. Допустим, пираты. Кошки к борту. Абордаж. А вот за это ты заплатишь. Так, дальше. Оружию! Встретишь смерть! На что ты рассчитывал?
Обыскиваем. Какого дьявола? Вы потопили наше судно! Какому владельцу? Я и есть владелец. Нет, это не так. Кто владеет кораблем, я и сам не знаю. Но знаю, что корабль украден со стоянки одного из портов. Я должен вернуть его на место. Дьявол, но для меня еще не все потеряно. Я все-таки попытаюсь отправить тебя на тот свет. Ну, попытайся. Ну, пытаться нас отправить на тот свет, это... Занятие не из легких. Смотрим. Ха. Кровавый пир. С неплохой. Девятнадцать-двадцать пять. У него скорость улучшенная. Ну, у нас... Так, сандал. Так, новая запись в журнале. Сохраняемся. Да, выдаем. О, блин, опять красные паруса. Ну что же это такое? Ну прям то ни одного. Вижу вымпел! Вижу вымпел! А это прям, ну... Так, этим командуем уплыть. Thank you.
Правый борт. Гектор Барбоса и Ремалье. Так. Кровавый пир. Неплохо так. Левый борт готов к залпу. Так. Правый борт готов к залпу. Все, я думаю, можно идти на абордаж. Левый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Кошки к борту. Пленных не брать! Так. Так. Сколько там у нас? 4 корабля, а в эскадре может быть максимально 5. Какого дьявола? Вы потопили наше судно! Так. Этот украл жену. Это прямо вот рекорд. У берегов одного и того же острова мы поймали третий квестовый фрегат. Так. Ну и мы ее отвезем к мужу в Белис, естественно. Корабль достанется нам как приз. Скромница. Так. Неплохие показатели у него. Скорости. 15 плюс. Плюс 20%. Так, это будет где-то... Пятая часть это 3 с копейками. Это я считаю, сколько будет скорость у нас, если мы ее отбермудим.
Так, ну вот будет где-то около 19. Ну, то есть не... Назначить капитана. Так, отмена. Так, и серебро тут еще нам досталось, что немаловажно. Так, скромницу мы продадим, а кровавый пир вернем. И это была интереснейшая серия тем, что нам попалось 3 фрегата практически за одну игровую неделю. Я назову эту серию «Охота на фрегаты». А продолжим мы в следующей серии. Ставьте ваши лайки либо дизлайки. Если вам понравилось, не понравилось, подписывайтесь на канал. Ваши подписки помогают мне продвигать канал. Комментарии позволяют обмениваться с вами мыслями. Я желаю всем удачи, всем хорошего настроения. С вами был Мунзер. До новых встреч!